камзоле Петровской эпохи ты меньшиков, шут или царь. И чьи-то странные вздохи ты слышишь, листая букварь чужого мятежного времени. В Сибири не любят Петра. И в чем эти сны достоверные? Так в том, что желаний костра коснутся и книги, и мысли. И то, что желает взойти, воскреснуть сквозь пламя и числа, восстать бесконечно пути.